Ну вот. Всем привет. У меня сегодня Рождество. Вот. Очень круто сидеть, праздновать чудо-йогуртом. Или что это? Чудо-шоколад. Вообще офигенно. На самом деле, мы решили иногда делать такие ролики, чтобы просто что-то записывать. Развлекать народ. У нас веселая вообще жизнь. И нам есть что сказать. Вот. Да. А мы будем рассказывать, что мы делали в этот день. Например, я сегодня почти не спала, потому что ночью я редко сплю. Я общаюсь с друзьями или работаю, потому что бывают съемки ночью. А сегодня я с утра встречалась со своей подругой, с Валечкой. Валя, привет! Я тебя очень люблю. Надеюсь, тебе понравился мой подарок. У него очень красивые глаза. Как ты сказала, еврейские. Это было круто. Мы сегодня ходили, точнее, ездили в Метрополис и покупали там подарки и все такое. В Ривер-Айленде купили офигенные сумки, вообще мне очень понравились. Они, короче, трех цветов там есть, вязаные, там два таких помпончика классных. А потом мы ходили, покупали Вале сапоги, тоже офигенные, классные. Я не помню, как магазин называется, там One. Вот, они без каблуков, вообще очень круто. Блин, офигенные, еще шоколад вообще. Ой, нет. О, у нас их два, оказывается. А еще мы любим такие ММДМсы. ММДМс, да. Мы их называем ММДМсами, потому что они розовые. Вообще, а рассказывай, что ты сегодня делала? Я сегодня проводила родителей, встретила родственников. Заранее поздравила их с Новым годом, с Рождеством. Потом я съездила, записалась в автошколу. Вот. Я молодец, я скоро сдам на права, я в это искренне надеюсь. И только если она сдаст права сама, папа ей купит машину, иначе никак вообще. Поэтому я сдам на права. Я чувствую, мы ее потеряем на ближайшие, сколько там, 3 месяца? Полгода. Просто. Я уверена, что полгода не будешь, блин, их учить. Ну, в общем, записалась на права. Да. Потом я приготовилась очередной раз к поездке. Я купила продукты в поезд. Вот. И поехала к Беларе. Так, надо. Да, Валя сегодня познакомилась с Джесс. Так трещали весело. А! У меня появился новый ящик для косметики. Он охренительный. Я его еще там доделаю. Я буду ставить свой логотип на ящик. Вообще он такой крутой. О май гад. Ну, сука, тяжелый. Но это ничего. Привыкла. Так, надо музыку какую-то поставить. Точно. А, мы еще тут такие. По-домашнему. Но время. 10 вечера. Или нет? Сейчас? Сейчас 12 еще. Да ладно. 12. Да. Время 12. В этот момент точно надо было вырезать. Вот. Как ты относишься к 3 секунды Марса? Вообще. Тебе нравится? Да. А? Да. Нравится? Я считаю, что группа 30 Seconds to Mars это вообще одна из групп, которые достойны. Достойны почитания. Потому что Джаред Лето крутой актер, офигенный скример. Вообще мне очень нравится его голос. Когда начинает кричать, я прям вау. Его внешность. О, внешность, да, да. Как же я забыла о внешности, да? Говори. А еще мы сегодня в одинаковых шортах. Показывать не будем. Да, это, по-моему, не стоит. Вот. Послезавтра я уезжаю. У меня не будет в Москве 9 дней. Мне очень тяжко. Мне тяжко, ей не тяжко.
А мне тяжко, потому что она нас бросает. А завтра мы идем на Аватара. Я третий раз иду. Уже. Классно. А я просто иду на Аватара. Вот, проведу завтра. После их дети со своими любимками. Да. Потом... Завтра встречаемся большой компанией. Целых 3 человека. Какие 3? Арти, Анди. Эвер. Ну, это, по-твоему, сколько? Это больше, чем всегда. Потому что Эван. Да. Ладно. Вот. А потом я уеду. Да.